Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я буду убегать от сумасшедшей бабушки. Кроме того, это сумасшедшая бабушка крутого папы. Что это значит? Окей, давайте почитаем, что здесь происходит. Бабуля ненавидела своих внуков и решила отравить их. Ничего себе. Чтобы внучата ничего не заподозрили, она испекла вкусные пироги, а в тесто подсыпала смертельно опасный порошок. Оу, нет. И действительно, смотрите, что она делает. Это яд, который она хочет подсыпать в пирог. Вот так вот. Мне кажется, что бабуля что-то задумала. Дети поняли, что бабушка что-то замыслила и решили сбежать из дома. Интересный сюжет. Пока эта сумасшедшая бабка смотрит телек, тебе необходимо сбежать. Только тихо, не шуми. Прикольно. Я думал, что случайно нажал в Дискорде позвонить крутому папе. Так неожиданно, что его озвучка была. Дело в том, что я как раз вместе с другими ребятами должен был играть в эту игру, презентовать ее вам, потому что мы договорились об этом с Мишей, с крутым папой. Но, к сожалению, у меня были другие планы, я не смог их отменить, поэтому они поиграли без меня. Я пришел очень поздно, соответственно, сейчас прохожу самостоятельно эту игру, и она действительно прикольная. По крайней мере, графика мне нравится. Очень такая интересненькая, мультяшная. Смотрите, как все мило выглядит. Аккуратнее прыгай через эти красные полоски. Понял, Миша. Потом через шкаф на лестницу. Договорились. Слушайте, реально, прям как с крутым папой играю. Ух ты, что тут белье висит? Ай, смешно. Наверное, бабушка свои вещи там сушит. Так, ладно. Аккуратненько прыгаю, прыгаю. И теперь мне нужно как-то на книжке было залезть. Не получилось. Ладно. Не беда. Переиграем. Оп, 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 оп. Я смотрю, крутой папа серьезно взялся за игры. Уже очередной шедевр от него. Очень добротно сделана игра. По крайней мере, на первый взгляд. И это уже вторая игра в этом месяце. Я напоминаю, что недавно мы с ребятами играли тоже очень прикольный плейс, в котором нужно было выжить. Кстати, в этом плейсе добавилась новая карта. Поэтому, если вы на ней еще не играли, обязательно зайдите в игру и оцените. Ты молодец, у тебя хорошо получается. Док. Теперь я забирайся по лестнице наверх, только не наступай на зеленую жижу. Понял, спасибо, Миша. Сейчас буду обходить вот так вот. Аккуратненько, зеленая жижа нам не подходит. Но пока я прыгаю, вы можете подписаться на мой канал и также на страничку RedCat YouTube в Инстаграме. Вчера я ходил на один прикольный ивент, почувствовал себя в школе. Я думаю, что, возможно, я еще добавлю видео на своем влоговом канале RedCat Life. Кто не знает, обязательно подпишитесь на него. Периодически там выходят ролики с моим участием. Вы можете увидеть, как я выгляжу, как моя дочка, жена и так далее. Вся семья, не знаю, выглядит и где я бываю. Так, хочу прыгнуть ей на голову. Ух ты, получилось. Да, не получилось. Вот, и как бы каждую неделю я стараюсь что-то там выкладывать, что-нибудь интересное вам рассказывать. Неужели у тебя это получилось? Ты молодец. Теперь отправляйся в вентиляцию и пройди через этот лабиринт. Заходите в гости, смотрите, надеюсь, вам будет нравиться новое видео, которое я вам там показываю. Так, я решил придерживаться левой стороны, все время бежать налево, в крайние комнатки налево. Потому что обычно по центру как бы ничего не прячут. И вот, собственно, проход я нашел. Так что, ребята, заходите в вентиляционную эту шахту и сразу налево. Вот ты на кухне, здесь тебе придется очень сложно. Осторожно, бабка готовит кушать. Ты, по-моему, пожар делаешь. Пожарников нужно вызывать. У меня, кстати, недавно под домом сгорела полностью машина. Причем в 3 часа ночи ее подпалили. Или она сама, не знаю. И минут за 20 полностью выгорела. Приехала пожарная машина и, наверное, еще минут 10-15 не могла ее потушить. Такой вот был пожарчик. Так, поднимаемся. Опять же таки в Инстаграме вы можете увидеть подробности. Аккуратненько. Так вот, недавно я себя почувствовал в школе, слава богу, только один вечер, в отличие от вас, кто еще пойдет в школу 1 сентября, точнее 2, потому что 1 сентября это у нас воскресенье. И я очень рад, что наконец-то все-таки избавился от школы, что я не хожу ни в школу, ни в институт, ни в университет. А могу просто вместе с вами поиграть в прикольные игры. Так, ну что здесь?
Я смотрю, она расправилась с двумя ребятами. Видите, вон куколки лежат в умывальнике. Не знаю почему, но бабушка крутого папы немножко плохо видит, видимо. Что, смотрите, я перед носом ее хожу, а ей все равно, он даже не обращает на меня никакого внимания. Но это хорошо, поэтому я давайте быстренько убегу от нее. Может, она занята своим пожаром или кушать готовит. Какие-то угольки мне. Нужно быстренько отсюда убежать. Кстати, в конфетках. Прям хочется на нее залезть. Кстати, а можно на нее залезть? Ну-ка. Ух ты! Можно, реально. Класс. Главное не прилипнуть. Ай! Больно. Больно по лапкам биться. Хватит. Хватит котика бить. Так. Аккуратненько. Получилось. Так. Что ж, 9 уровень. Неплохо. Скучно, конечно. С ребятами было бы веселее играть, чем самому прыгать. Но что ж поделать. Иногда не получается что-то, что планируешь. Зато я тоже очень даже неплохо провел время. Так. Ну, здесь, я думаю, проблем не будет. Все будет хорошо. Я пройду аккуратненько. Кстати, ребята, кто играл в игры крутого папы, напишите, какая вам проходи больше через нравится. Эту ванную комнату, и через канализацию ты попадешь в гараж. Ясно, понял. Прыгаю по каким-то шампуням. И поднимаюсь наверх. Шарики застрявшие какие-то. Так, что здесь? Прыгни на меня. Я думал, если честно, что меня сейчас убьет. Что это такая шутка от крутого папы. Он любит шутить, но нет. Так, здесь... А, здесь надо угадать. Все, угадал. На какой палочке прибежаться. Не, я должен попробовать все-таки прыгнуть сюда. Нет, нельзя. Такая, кстати, интересная была туалетная бумага. Такого цвета странного. Ну что ж, опускаемся в канализацию. 15 уровень. Есть. Хорошо. Опять подземелье. Опять мы тут что-то ищем. Перепрыгну на всякий случай. Окей, идем дальше. Смотрите, как я шустренько прохожу обе крутого папы. Я помню, он когда-то делал очень сложное обе. А это бабкин гараж. Так. Осторожно, здесь можно пораниться. Гараж. Она давно тут не убиралась. Хорошо, спасибо за подсказку. Я помню, когда-то крутой папа там вообще... Такой обе сделал, очень мега сложный. Там много робоксов, по-моему, давал победителю. Но я немножко поиграл, помню, что мне совсем не понравилось. Там реально было сложно. Ну, а вот этот обе, он такой, в принципе, несложный. В удовольствие играешь себе. И быстро проходишь уровень. Уже у меня 21 уровень. Ого, ничего себе. А вот здесь вот я чувствую, будут у меня какие-то проблемы. Нет, упал. А, опять упал. Так, ладно, собрались. Так, аккуратненько. Я уже шифтом включил себе, чтобы мне было удобнее прыгать. И, вы знаете, намного лучше получается. Так, и все. Фух, сохранился. А вы, я надеюсь, уже подписались на канал Red Cat для того, чтобы видеть новые видео на моем канале. Эта сумасшедшая бабка наготовила кучу варенья, которое прокисло. Я не знаю, как оно оказалось на полу. Я тем более но не тебе знаю. Лучше на него не наступать. Согласен, еще прилипну здесь. Кстати, после этого видео я планирую вам показать «El Redo». Это полнометражный фильм. Если вы помните, что я снимал 4 эпизода, назывались «Банды Роблокси». И вот сейчас я сделал из 4 эпизодов один полноценный фильм, поубирал все лишнее, все эти затянутые, скажем так, сценки, и постарался сделать его как можно более динамичным, и чтобы он не занимал много времени. Ну, наконец-то же дошел до бабкиного огорода. Мне, к сожалению, не получилось все равно почти час, но я думаю, что меньше уже никак. Аккуратнее, пробирайся через него, его но самое сократить. Главное, так. Не наступай на газон. Бабушка, смотрите, помидоры тут, огурцы насадила. Ладно, попробуем пройти. Ох, чувствую, я тут намучаюсь. Ох, и намучаюсь. Я вот такие вот штуки не очень люблю, особенно когда узко. Ай, пока все хорошо. Я даже удивлен, что я столько перепрыгнул. Так, аккуратненько.
надо быть предельно внимательным, потому что одна ошибка, и начинаю все заново. Фух, и здесь перепрыгнул. Так, чуть-чуть, еще немножко. Очень близко было. Так, аккуратненько. Вот, вот, сейчас уже почти чуть-чуть. Вот не люблю, кстати, моменты, когда уже совсем немножко остается. Ну, нет, и ты умираешь. Вот просто терпеть не могу эти моменты, и опять это случилось. Ладно, ребят, перемотал вам на самую концовку. Я не выдержу, если вам буду показывать все эти прыжки еще раз. Ставьте лайк за то, что мне это получилось. И сейчас давайте дальше. Да что ж такое? Дайте воздушный шарик, чтобы перелететь через это уби. Тут довольно-таки узко. Я прям очень потихонечку прыгаю. Боюсь, что сейчас куда-то... Фух, не туда запрыгну. Отлично. Что это у нас дальше? Помидорчики? Ой, промазал. Кстати, ребят, напишите в комментариях, вы любите больше помидоры, либо же огурцы. Ну что ж, ребят, теперь пропрыгиваю морковочку, прохожу, и теперь еще одно испытание. Так, что-то мне никак не выходит его пройти. О, все, наладилось. И теперь финишная кривая. И я надеюсь, уже все-таки выйду из этой плантации, с этого огорода, и перейду, судя по всему, к бассейну. Неплохо бабуля себе устроила, даже бассейн себе вырыла. Я смотрю, бабуля, наверное, очень неплохо зарабатывала у крутого папы, раз смогла себе даже построить большой, огромный бассейн. Жалко, что мороженка-то растаяла, я его не смог покушать. И сейчас, ребята, по спасательным кругам, я так понимаю, отправляюсь уже дальше. Так, отлично. И 30 уровень. Это, ребята, что случилось? Да что ж такое? Да куда? Куда? Куда прыгать-то? На синее нельзя, на белое нельзя. На всем умираю. Что? Что? Что делать? Я вообще не понимаю. Смотрите, куда ни пойду, везде умираю. Мистика, просто мистика. О! Заработало. Отлично. Неужели у тебя получилось? Ты молодец! Теперь только осталось пробежаться по этой дорожке через лес. Что, правда? Ой, супер, классно. Я прошел игру, ребят, 30 уровней оказалось на этой игре. Карта, в принципе, местами была сложная, но в целом довольно-таки проходится легко. И мне в целом понравилась игра. Крутой папа, молодец. Надеюсь, вам также она понравилась. Если это так, не забудьте поставить лайк под видео, написать в комментариях об этом. И надеюсь увидеть вас в новых видео на канале Red Cat. Всем пока!